Следующий фрагмент это молитва апостола Павла. Люди озабочены тем, что им нужно научиться правильно молиться. Ну, чтобы Бог их услышал. Вообще секрет того, как просить так, чтобы тебя услышали, но этот секрет доступен немногим. Говорят, один рабочий начальнику заявления о квартире написал на наждачной бумаге на обратной стороне. Мотивируя это тем, что на обычную, обычную бумагу, обычное заявление э, начальник в туалет повесит себе. А наждачную нет. Что удивительно значит, квартиру этому рабочему дали. А, сколько раз неверующие вот, люди говорят, надо бы помолиться. Да вот не умеем мы, ну, молиться-то не знаем. Когда показывают огромные толпы людей, стоящих в храмах, у меня лично складывается ощущение, что там нет и 10% людей, которые умеют молиться. Ну, особенно наши чиновники, которые не твердо знают, к какому плечу надо нести руку после пупка, значит, к правому или к левому. Видно, что они явно, ну вот, просто как какую-то паузу такую делают. Кстати, Вильгельм Буш писал то же самое о Германии 60-х годов, известный лютеранский пастор, то есть это не только в России проблема, он вообще рассказывал, он говорит, еще в 15-м году я служил в армии и нам фельдфебель, нас фельдфебель учил поступать так, говорит, солдаты, если вы зашли в церковь, пройдите, значит, вот... Значит, перед скамейками встаньте, досчитайте до 12 и только потом садитесь. Вот, значит, ну, чтобы про, как бы, произвести впечатление молящихся людей. Дело в том, что люди действительно разучились молиться. Молиться непросто. Мы часто не знаем, чего просим. И Бог, может быть, отвечает нам не так, как мы ожидали. И ученики Христа понимали, что. Молиться это не просто. Они просили, Господи, научи нас молиться. Никогда не знаешь, о чем правильно попросить. Но настоящие христиане, как правило, знают, как молиться, умеют это делать. И апостол Павел своей молитвой показывает нам, что христиане это люди особой молитвы. Давайте прочитаем наш фрагмент. Третья глава послания к Ефесянам с 14 по 21 стихи. Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Верую вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы вам исполнится всей полнотой Божией. А тому, кто действующую в нас силой может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь. Христиане – это люди особые, молитвы. Но что же характеризует христианскую молитву, что делает ее такой особенной? Мне кажется, здесь апостол Павел дает нам пример и сообщает, вот, пусть косвенно, о трех истинах о христианской молитвы. И вначале Павел предлагает нам подумать очень хорошо о том, кому мы молимся. Это первая истина о молитве. Мы должны четко знать, Кому мы молимся, какому Богу? Поэтому в 14 стихе Павел говорит нам: Мы молимся Богу как Отцу. Для сего преклоняю колени Мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа. А, и дальше в 15 стихе, а, от которого именуется всякое Отечество. Он дал нам возможность подражать Ему в Отечестве. Он дал возможность нам становиться отцами, дал способность быть похожими на Него. Он Отец, и от Него именуется всякое Отечество. Он Отец, потому что Он создал нас. Он Отец, потому что Он любит нас. Он Отец, потому что Он постоянно заботится о нас. Он Отец, потому что Он сотворил собственный институт отцовства. Бог – образец истинного отцовства. И это, кстати, возлагает огромную ответственность на отцов. Вы должны явить собой Бога Отца. То есть любой ребенок, посмотрев на своего папу, должен сказать, вот Бог вот такой же. Это большая ответственность. И он возглавляет и небесную, и земную иерархию, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле. Он глава всех отцов, он отец всем. Есть известный христианский афоризм о том, что у Бога не бывает внуков. А, у Бога есть только дети. Нельзя унаследовать а, вот, Бога от своего отца. Можно только стать ему сыном или дочерью. Мне говорили, что на предыдущей сессии вы проходили ислам. И, может быть, кто-то из вас читал книгу которую написала Билкис Шейх, она называется "Я осмелилась назвать его отцом". Это очень богатая мусульманка из очень э, такой серьезной мусульманской семьи, из очень э, богатого клана, и она вот как раз повествует в своей книге о трагедии каждого мусульманина. Для мусульманина Бог не отец. И вот она свидетельствует, как она впервые осмелилась назвать Бога отцом. Вот этого Всевышнего Бога, который недоступен пониманию, но он вдруг стал отцом. Это вообще поразительный дар, который принесло в мир христианство. Бог стал нам отцом. Мы молимся Богу, как отцу. Но также мы молимся Богу, чье изобилие безмерно. Давайте сразу э, перескочим в 20 стих. Потому что здесь Павел вот так вот рассыпает эту истину о том, кому мы молимся. А тому, кто действующую в нас силой, может сделать несравненно больше всего. Буквально, если переводить этот текст с греческого, чье изобилие безмерно, он может дать вам буквально все. Вот до мелочей. У Бога есть все деньги в мире. Если он захочет дать вам миллион долларов, он вам даст его. Другое дело, что он не всегда этого захочет сделать. И не всем. А, у, у него есть все. Это не означает, что мы, как капризные дети, должны требовать у него что-то там, э, как знаете, если увидели капризного ребенка в супермаркете, как он там падает, кричит стучит ногами по полу. Ну, некоторые, к сожалению, так себя и с Богом ведут. Им все время кажется, что Бог им что-то должен. На самом деле, да, у Бога есть все. Он может дать нам все, но он не всегда это дает. И многие спрашивают, а почему? Что же, Бог жадный, что ли, такой? Почему он не дает нам вот все вообще? Вот, чтобы у всех у нас была яхта, 8 мерседесов и зарплата в миллион долларов. Почему? Я сразу вспоминаю притчу, когда слышу этот вопрос, притчу о том, что существовали когда-то грозные и гордые животные, дикие кабаны, а потом человек их приручил, они получили от человека изобилие и превратились в свиней. Я думаю, что иногда изобилие превращает нас в свиней. Развратное современное общество потребления, этому, кстати, прекрасное доказательство. Ударил мировой кризис финансовый, и все, люди потерялись, они привыкли к обществу потребления. Именно поэтому Бог часто отвечает нам нет. Но Он может сделать несравненно больше всего, его изобилие безмерно. Но Он же и воспитывает нас. Ребенка нельзя баловать постоянно, иначе он не вырастет человеком. Вы знаете, есть чудесное размышление, оно мне очень нравится. Я просил у Бога забрать мою гордость, а он ответил нет. Он сказал, что это не он должен забирать, это я должен ее оставить. Я просил Бога восстановить поврежденное мое тело, а Бог сказал нет. Он сказал, что душа твоя целая и невредима. Тело же все равно временно. Я просил Бога даровать мне терпение, а Бог сказал нет. Он сказал, что терпение ⁇ это побочный результат волнений. Его не получают в дар, его вырабатывают. Я просил Бога одарить меня счастьем. Бог сказал нет. Он сказал, что дарит только благословение, а счастье в моих руках. Я просил Богу умерить мою боль, но он сказал нет. Бог сказал, страдания отвращают тебя от мирского и приводят ближе ко мне. Я просил Бога возрастить мой дух, но Бог опять ответил нет. Он сказал, что я должен вырасти сам, но он сделает меня проще, чтобы это начинание было успешным. Я попросил Бога помочь мне любить других, как он любит меня. И он сказал, ну хоть наконец-то ты научился правильно молиться. Мы молимся Богу который может сделать несравненно больше. Мы молимся Богу, чья сила превосходит все наши представления. Посмотрите дальше, 20 стих. А тому, кто действующую в нас силой может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Когда мы просим, Бог часто делает даже больше. Мы не всегда понимаем, что это больше. Но Он любит превосходить даже самые смелые мечты. Я это хорошо знаю, я в своей жизни насмотрелся на несчастные семьи, и на христианские несчастные семьи в том числе. Поэтому я всегда молился так, еще будучи неженатым христианином. Я говорил, Бог, я в этом деле вообще ничего не понимаю. Женщины это такие существа, которых понять никто не может, кроме тебя. Поэтому я, поскольку я в этом не разбираюсь, ты мне, пожалуйста, дай нормальную жену. Ну, я очень не хочу, чтобы у меня было все плохо. И я знаю, Бог вообще сделал больше, о чем я просил. Он не просто мне нормальную жену дал, вообще вот сверхлучшую. Я, я до сих пор смотрю на свою жену и думаю, Бог ко мне относится явно лучше, чем я того заслуживаю. Это чудесно. Мы молимся Богу, чья сила действует в нас. Дальше в 20 стихе. А тому, кто действующую в нас силу может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Интересно, что именно силы, действующие в нас, все это происходит. Молитва это не такой, знаете, христианской крекс пекс вот Ты сказал там, щелкнул пальцами, и раз оно и случилось. Павел говорит, как Бог отвечает на молитвы? Силой, действующей в нас. Вы сами отвечаете на свои молитвы, вы сами должны отвечать на свои молитвы. Огромная сила его, но она действует в вас. Бог не хочет, чтобы вы сидели сложа руки. Бог говорит, иди и делай, а сила моя будет проявляться в тебе. Бог наделяет нас этой силой для выполнения служения. Мы часто говорим, Господи, я пойду, но ты мне дай сил. Я подожду, когда Бог меня укрепит, и вот тогда я пойду что-то делать для Бога. Это мне напоминает притчу Чарльза Сперджена. Он рассказывал про дровосека, который в холодный день лежал под деревом и дрожал от холода. Его прохожий спрашивает: "А ты что тут лежишь, дрожишь от холода?" Тут говорит: "Да вот жду, пока согреюсь, потом пойду дрова рубить." Ну, он говорит, ну это же глупо. Ты иди и начни рубить дрова и согреешься. Точно так же и мы часто говорим: Господи, дай мне силы, и тогда я пойду. Бог говорит, действующие в Тебе силы я сделаю. Не жди, когда появится сила для благовестия, благовествую и Бог проявится через Тебя. Не жди, когда появятся силы, делать добро! Иди и делай, и Бог даст силы и преобразит мир вокруг тебя. Не жди, когда появится силы служить Богу. Иди и делай, Бог поддержит тебя, когда все твои силы тебя покинут. Не сиди сложа руки, иди и действуй силой Божьей. Именно поэтому Павел дальше переходит ко второй истине о молитве. Вторая истина заключается в том, о чем мы молимся. Мы должны знать, о чем молиться. Чтобы вам было понятнее, я на экран вывел э, перевод вот этого текста епископа Кассиана. Он чуть ближе к оригиналу греческого текста, поэтому не синодальный я вывел. Посмотрите, с 16 по 19 стихи. Чтобы дал он вам по богатству славы своей быть могущественно укрепленными духом его во внутреннем человеке. Так чтобы всенился Христос в сердца ваши через веру, и вы были укоренены и утверждены в любви, чтобы вы могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и высота, и глубина, и познать превышающую познание любовь Христа, чтобы вы были исполнены всей полнотой Божьей. Посмотрите, о чем мы молимся. Мы молимся о духовном укреплении. Мы должны молиться об этом. Да даст вам по богатству своему, славы своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке. Вот эта э, фраза "крепко утвердиться". Во-первых, мы укрепляемся, когда Христос вселяется в нас. Дальше в семнадцатом стихе Павел объясняет, что значит "крепко утвердиться". Верую вселиться Христу в сердца ваши. Христос вселяется в нас. Вы когда-нибудь переезжали в новую квартиру, ну, например, в съемную там, или вообще. А, вот если вы в съемную квартиру п -п приехали, всегда мебель стоит не так, как нужно. Если вы вселяетесь в какое-то жилье, вы мебель будете переставлять, как удобно вам. Ну или в свою въехали, тогда уж вообще это ваше жилье, вы его там переделали, тут дверь убрали. Тут стенку поставили, тут кухню переделали. То есть, если вы вселились куда-то, вы производите там перестановку. И Христос вселяется в нас, и Он обязан там произвести перестановку в нашем сердце. Также мы укрепляемся, когда утверждаемся в любви, чтобы вы укорененные, утвержденные в любви дальше могли идти. Да? А, на самом деле. Мы укрепляемся, когда мы учимся любить. Это особенно проявляется в браке. Сегодня не принято сохранять отношения. Сегодня людям проще развестись, чем работать над своим браком, работать над своей любовью. Один человек приходит и спрашивает, мы с женой уже давно не испытываем прежних чувств друг к другу. Мы, наверное, разведемся. Я ее не люблю, и она меня больше не любит. Что делать? Ответ здесь простой. Продолжай любить ее. Но это же никаких чувств не осталось. Это хороший повод, чтобы продолжать любить ее. Но как же любить, если не любишь? Служи ей, слушай ее, цени ее. Любовь – это глагол, да? Любить это глагол, да, это действие, это не состояние эйфории. Оно может быть или может не быть, но любовь это выбор, это служение. Конечно, Бог в ответ на это дает чувство, как мы уже говорили. Ты начинаешь действовать, Бог все делает остальное. Как духовно укрепиться? Пусть Христос вселяется в тебя, веруй и люби. Вообще вот эта вера и любовь – две старые истины, которые укрепляют нас духовно. Молитесь о доверии Христу и о любви людям. Также мы молимся о том, чтобы исполниться полнотой Божьей. Посмотрите, 19 стих. «Дабы вам исполниться всей полнотой Божьей». Совершенство приходит, когда мы постигаем Божий мир. Ведь полнота Божья – это вот совершенство. И Павел дальше объясняет, как нам. «Чтобы вы могли э, постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота. Познавайте, как устроен Божий мир». Узнавайте, что его наполняет, вы убедитесь в славе Божьей. Эйнштейн говорил об этом. Чем больше я познаю этот мир, тем больше я вижу славу Творца. Совершенство приходит, когда вы постигаете Божью любовь. И уразуметь, превосходящую разумение, любовь Христову. Вот эта фраза, любовь Христову превосходит разумение. Если вы хоть раз в жизни думали о бесконечности, вы, наверное, помните вот это осознание ужаса. Ну, кто-нибудь из вас делал это? Вот когда стоишь, держишь зеркало в руке напротив другого зеркала, и вот это вот бесконечное отражение зеркала, и вам кажется, ну как так, так не бывает, бесконечность. Или ты думаешь о Вселенной там, на уроке астрономии, и тебе говорят, вот там квазары, там вот галактики. Ты думаешь, как же так Вселенная бесконечна, но ну, так же не бывает. Наверное, есть какой-то у нее все-таки конец, какой-то край. Но за этим краем же тоже что-то есть. А у этого что-то тоже должен быть конец. И что же это Вселенная? Это какая-то бесконечная матрешка. И тогда разум взрывается вообще, это говорит. Вообще я даже думать об этом не буду. Как это? И Павел говорит, вот превосходящее разумение, любовь Христова, сила и необъятность любви Христовой, взгляни на бесконечное небо, на бесконечную вселенную, бесконечные горизонты, и познаешь, что вот Любовь Христова больше, чем бесконечность. Интересно, что один из древних полкователей вот эти стихи о широте, долготе, глубине и высоте, рассматривает как намек Павла на крест Христов. Он говорит: Посмотрите: ну, крест Христов. У него же четыре конца: как бы высота, глубина, широта и долгота то есть безграничный горизонт. Крест Христов ⁇ действительно иллюстрация Божьей любви. Он превосходит разумение. Почему Христос пошел за нас на крест? Почему Он возлюбил нас? Нас проще было бы уничтожить, но Он это сделал. Он сделал то, что Он спас нас. Он пошел на крест. Он умер за наши грехи. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tv Третья истина о молитве, которую здесь, пусть косвенно, но сообщает нам Павел, состоит в том, как мы молимся. Об этом. А, это истина. И Павел, во-первых, говорит, мы молимся в смирении. Как молиться? Молитесь в смирении. 14 стих. Для сего преклоняю колени мои пред отцом. Ну, кстати, коленно преклоненная молитва – это очень хорошая традиция. Конечно, Бог слышит нас независимо от положения нашего тела. Можно молиться сидя, лежа, стоя, Находясь в душе, лежа в ванной и так далее. Бог слышит нас всегда. Но Павел говорит: Я преклоняю колени мои, а... потому что колено преклонение в первую очередь нужно для нас, это помогает нам осознать свое смирение перед Богом. Это очень важно. Оно помогает нам понять правду о нашем статусе. Преклоняю колено мои, кстати. Интересно, что Павел никого не заставляет. Мы очень часто любим преклонять чужие колени. Там говорит, давай ты смирись. Павел, Павел это не волнует. <говорит> Он говорит: я мои колени преклоняю. Это мой выбор. Я вот так хочу молиться. Помните, Господь рассказал притчу о фарисее и мытаре, как они молились в храме. И фарисей молился там. Боже благодарю тебя, что я не такой, как прочие люди. А мытырь говорил, я недостоин, Господи, будь милостив ко мне грешному. Поразительно, что даже вот эту притчу некоторые христиане извращают. Я читал в книжке у Гордона Фи, известного толкователя, пишет о том, как на уроке воскресной школы учитель объяснил детям эту притчу, а потом стал молиться так, «Господи, Благодарим тебя, что мы не такие, как этот фарисей из притчи. И Гордон Фи говорит, я, мы не знали, смеяться нам или плакать, потому что если бы мы начали смеяться, это бы ведь означало, Господи, благодарим тебя, что мы не такие, как этот учитель воскресной школы. Мы всегда хотим гордиться, мы всегда склонны сравнивать себя с другими, и всегда сравнение в нашу пользу. Мы лучше. А Павел говорит, я преклоняю колени в молитве. Молись со смирением. Мы молимся, прославляя Бога, далее говорит он. К 21 стиху. Тому слава в церкви, во Христе Иисусе. Так молится церковь, и так молится сам Иисус. Вот Богу воздается слава в церкви, и во Христе Иисусе. Христос воздает славу Отцу. Когда Иисус... С горы Илионской. Ученики радовались, велигласно славили Бога за все чудеса. И фарисеи там говорили: Скажи ученикам своим, чтобы они умолкли. Тут говорит, если они умолкнут, камни его запьют. Что мне нравится в харизматах, вот, кстати, так это их способность всегда прославлять Бога. Существует даже шутка. Когда харизматы проводят членское собрание, они голосуют иначе. Кто за, опустите руки. А, ну, потому что у них всегда руки подняты. Они прославляют Бога. А, ну, этому стоит у них поучиться: прославлять Бога! Слава в Церкви во Христе Иисусе! Молится таким образом все поколения верующих. Молитва никогда не окончится. Тому слава во все роды, от века до века. А, действительно ли наша жизнь слава Богу? Вот здесь а, Павел говорит, что не только молитва, а слава Бога, она проявляется в истории, во всех поколениях. То есть история нашей жизни это тоже слава Богу. Сперджин пишет об этом, что большое заблуждение думать, что прославлять Бога нужно только в воскресенье. Нет. Всю историю своей жизни, в понедельник, вторник, в среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье. И он рассказывает про одну уборщицу в церкви. Она обратилась ко Христу и вот стала служить уборщицей. Ну, она и до этого работала там уборщицей где-то. И вот ее спрашивают, а как вы Бога прославляете, сестра? Она говорит: я не знаю, как я его прославляю. Я знаю только одно: что я, как обратилась ко Христу, все время теперь под половиками тоже мету. И это на самом деле очень важно. Важно, что человек начинает выметать грязь даже из своих каких-то потайных местечек. Это, это производит великую славу Богу. Когда человек начинает жить честно. И молитва никогда не окончится слава от века до века это будет всегда. И молитва, конечно, основана на Божьей истине. Не зря апостол Павел завершает эту молитву словом аминь. А ведь слово Аминь это не эквивалент слова конец. Мы очень часто ну, так говорим, чтобы показать, что закончилась молитва. Поэтому. Значит, можно дальше расслабиться Нет, слово аминь это великое подтверждение истинности Истина должна сопровождать наши молитвы Слово аминь означает истина так Я подтверждаю, что я молился правдиво В моей молитве нет ни лжи, ни лицемерия Если открываете вы псалмы Вот, допустим, учитесь молиться по псалмам Это вообще благословенная учеба а... Иногда вы можете прийти в некое замешательство, потому что псалмопевец молится как-то не по-христиански. Там, например, он говорит, блажен, кто возьмет младенцев твоих и разобьет о камень. Я думаю, вот там вообще много псалмов проклятий, где Бог там сокрушает зубы нечестивых, он поражает в ланиту всех врагов своих. И мне все время раньше казалось, ну, что же они такие, не духовные все эти псалмопевцы. А потом я понял одну очень важную вещь. Псалмопевцы молились поистине. Они не выпендривались перед Богом, они не, не пытались приукрасить свои чувства. Они искренне говорили. И у псалмопевцев я когда-то научился молиться. Если я кого-то ненавижу, я говорю, Господи, ну ты видишь, я ненавижу вот этого брата. Я вообще, если честно, и я убить бы его готов. Но единственное, что я понимаю, что это неправильно, Господи. Так нельзя. Поэтому ты уж меня, пожалуйста, научи, как мне любить брата моего, как мне прощать его. Молитва должна быть истиной. Не пытайтесь в молитве что-то приукрасить там перед Богом, какую-то такую речь составить, эдакий панигири к Богу. Богу все это не важно. Молитесь в истине. И пусть истина Божия преображает вас. Молитесь правдиво, без лжи и нецемерия. Итак, молитесь. Молитесь всесильному Отцу. Знаете, кому мы молимся? Всесильному Отцу. Знаете, о чем молиться? Молитесь о духовном укреплении, своем совершенстве во Христе. И знаете, как молиться? Непрестанно молитесь прославляя Бога в смирении и в истине. И тогда молитва ваша будет услышана Богом. Тогда о вас можно будет сказать. Эти люди умеют молиться. Аминь. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.